Всех приветствую на нашем канале. Я буду готовить свиные ребра. Я буду ребра мариновать в любимом соусе. Соус мы сейчас с вами вместе приготовим. Для соуса я приготовила горчицу обычную, горчицу в зернах, чеснок, соевый соус, соль, мед и кетчуп. Это все я буду готовить на луковой подушке, поэтому мне нужно будет много лука. Ребер я взяла 3 килограмма, они с мяском. Смотрите, как такой хороший слой мяса. Я сейчас измельчаю чеснок. В этой мисочке я буду готовить соус. Я порезала чеснок. Теперь я сюда беру большую ложку меда. Налить сюда кетчуп. Кетчуп по желанию. 4, предположим, ложки кетчупа. С горкой чайную ложку горчицы. Также в зернах горчицу. С горой наливаю соевый соус. Так будет достаточно. И если вы наливаете соевый соус, то поаккуратнее с солью. Солите по вкусу. Ну, примерно, наверное, у меня тут столовая ложка соли. Так, теперь я это все промешаю. Иногда, когда у меня есть, я добавляю еще острую аджику. Я этим соусом пользуюсь уже очень много лет. И курицу, и утку, все что угодно. И шею запекала свиную. В общем, мне очень нравится. Соус смешала. Сейчас будем намазывать мясо. Ребра помыла, подсушила, обрезала все лишнее с них. И вот что в итоге имею. Соус готов. Буду соус намазывать. И вот так оставляю часа на полтора. Я режу лук. Так вот крупно. Сначала мне нужно побрызгать форму. Форму я сбрызнула маслом. Кладу лук. Луковая перина у меня готова. И теперь я кладу ребра. Ах, какие кусочки. Аппетитные. Весь соус собрала при помощи этой лопатки чудесной. Ни капли не пропало. Теперь я беру опять маслице и брызгаю фольгу. Делаю в некоторых местах несколько проколов. И ставлю в разогретую духовку, на 220 градусов у меня разогрета духовка с конвектором, и я ставлю на 1:20. Пылу с жару, мяско с пылу с жару, всем привет. Комментарий сделать. Не забываем, что сделать. Под этой фольгой пар, осторожно, обжечься можно. Вау, красотища какая. Вау. Сейчас фольгу сняла и ставим в духовку, чтобы мясо подрумянилось. Как я поставила зажариться, с того времени прошло у меня 1:40. Вот такие вот ребра получились. Посмотрите, какие зажаренные, нежные, вкусные, сочные. Смотрите, какая вкуснотища тут. Видите, просто чудо-чудное. Вкуснятина, слюнки текут. Еще запах бы передать, то это было бы вообще замечательно. Это будет очень вкусно. Если учесть, что мой муж не любит шашлык, он любит мясо запеченное, вот это для него блюдо как раз. Не дождусь гостей, попробую. Ребятки, только с пылу с жару. Язык не приглоти. Лариса, ты бог. Ты богиня. Я тут запахами ходила, наслаждалась. И сейчас не удержалась. Тоже с Юрой вместе кушаю мясо. Девочки, мальчики, я вместе с хрящиком проглотил. Ну такая вкуснота. Ну ты даешь. Нам остается с вами попрощаться. Пожелать всем крепкого здоровья, как всегда. А мы будем кушать мясо. Всем пока-пока. До встречи. Пока-пока. Вот он, столик. Наш красивый праздничный нарядный стол, а красивая именинница, давай красивые гости, давай снимем шутку. И красивый я.
Давай снимем.